Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию психологического центра Северо-Кавказского федерального университета. Располагающий голос психолога успокаивает с первых секунд разговора. Это первое знакомство со специалистом очень важно. Теперь тот, кто звонит, может доверить ему свои тревоги, волнения и боль. И обязательно получить ту самую скорую психологическую помощь. Глубоко и медленно вдохните носом. Теперь попробуйте выдохнуть также через нос. Медленно, не торопясь, да. Звонят люди из разных уголков. Кто-то обеспокоен ситуацией в мире, кто-то не в состоянии справиться с давлеющим информационным шумом, кому-то просто надо выговориться. В колл-центре работают и с беженцами из Донбасса. Им моральная помощь важна, как никому другому. Каждому, кто расстроен, потерян и подавлен, у психологов найдутся подходящие слова. Кому-то требуется одно, другому иное что-то. Поэтому они бывают разные, но мы всегда рекомендуем им техники специальные. Это работа с телом, работа с собственными эмоциями, работа с собственными переживаниями, как их контейнировать, как их правильно направлять, принимать, перерабатывать так, чтобы это не разрушало самого человека. Важнейший принцип работы – конфиденциальность. Можете быть уверены, разговор между вами и специалистом останется только между вами. Людям это важно. Некоторые мысли они могут выразить только тет-а-тет. В каком бы состоянии, с какой бы информацией ни обратился абонент, психологи доброжелательно, открыто, спокойно будут воспринимать эту информацию, безоценочно. Центр психологической помощи функционировал 10 лет на базе Северокавказского федерального университета, и его специалисты помогали студентам, их родителям по всему краю. А теперь начала работать горячая линия, на которую могут дозвониться все желающие. Министерство науки и высшего образования создало горячую линию для того, чтобы оказывать помощь студентам, молодым людям, их родителям. Но практика показала, что одной линии оказалось недостаточно. То есть пул звонков плюс какие-то региональные особенности. И было принято решение с 28 февраля в 19 образовательных организаций организовать аналогичные горячие линии. Психологи все квалифицированные и солидным опытом. Получить их бесплатную помощь можно по телефону, указанному на экране, с 9 утра до 19 часов вечера. Очень часто после трудового дня психологи и сами не прочь получить помощь, ведь работа у них такая эмоционально тяжелая. Именно поэтому нередко они и сами используют те советы, которые давали звонившим, чтобы быть в ресурсе и завтра вновь помогать тем, кому это так нужно. Джимили Ибрагимова, Владимир Ходырев, Ставропольское телевидение.